Привет, это Тостер. У нас много интересного о домашней технике, потому что реальные обзоры и тесты. Более 500 видео на канале. Заходите, подписывайтесь. Этим видео продолжим востребованную тему электрических зубных щеток. И у меня на тесте умная электрическая зубная щетка Oclean X Pro Elite. И мы не просто расскажем о ее возможностях и покажем ее в работе, но и возьмем ее с собой в дальнее путешествие в Шанхай. У нас там съемки. Как раз и посмотрим, насколько с ней и в этом плане тоже удобно. Ну, все же одно дело стационарно, дома использовать девайс, а другое в поездке. Мне кажется, это как раз вариант изучить его максимально хорошо. Это мы и сделаем. Результат, как всегда, в конце в блоке «Мнение Тостер». И вот еще что. Мы берем с собой полностью заряженную щетку, а зарядку не берем. Посмотрим, хватит ли аккумулятора на почти неделю командировки. Ну, полетели! Несколько слов о том, что мы получаем в коробке. Кстати, получаем, ну, совсем не за космические деньги, на мой взгляд. Цена щетки Oclean X Pro Elite на момент публикации видео сейчас на экране. Пишите в комментариях, что думаете о цене. Но сначала посмотрите видео полностью, конечно, чтобы, ну, понимать, что, собственно, за щетка такая. Итак, красивая коробка. В ней моторный блок, собственно, вот сам девайс, головка щетки со щетиной, беспроводная зарядка, руководство пользователя и настенное крепление, что приятно. Не хватает чего-то или все окей? Мое мнение и об этом тоже в финале видео. Ну и прямо пару слов еще про дизайн. Ну, все же нужно себя окружать красивыми вещами. Даже в таких, казалось бы, мелочах, как зубная щетка. Ей же мы пользуемся, ну, минимум 2 раза в день. Я считаю, что она, ну, красивая, она круто выглядит, смотрится современно. За дизайн, кстати, есть награды. Мне вот особенно заходит этот спокойный такой светло-серый цвет и такая мягкая зернистость в цвете. И сама текстура покрытия корпуса, она такая с легкой шероховатостью. Приятно держать ее в руке, плюс, ну, не выскальзывает. Oclean X Pro Elite – это электрическая зубная щетка, относящаяся к категории звуковых. Здесь работают амплитудные движения щетинок. В устройство интегрирован электромагнит, который раскачивает головку щетки. Есть еще пружина и резонатор. Так вот, раскачивает с частотой, чаще всего это 260 Гц. Получается звуковая волна, жидкость во рту циркулирует, зуб со всех сторон омывается, очищаются труднодоступные места, и вот этому как раз и способствует частота колебаний щетинок и амплитуда. Щетинки движутся вверх и вниз, как бы сметая налет от десны к краю зуба. Собственно, чистить зубы такой щеткой как раз рекомендуется движениями сверху вниз, если это верхняя челюсть, и снизу вверх, если нижняя. Ну, еще можно круговыми движениями их тоже использовать. Важный момент. Звуковые электрические щетки показывают высокую эффективность очистки и, по сути, не имеют противопоказаний вот к использованию, в отличие, например, от ультразвуковых. Ну, смотрите, только что нас покормил богохранимый аэропорт, и вот сейчас, перед тем, как немного отдохнуть, ну, самое время почистить зубы. А здесь в щетку интегрированы 4 режима, да, уже режим очистки, и вы можете выбрать, ну, тот, который вам наиболее подходит. То есть не париться там с мобильным приложением, где тонкие настройки, вот для того, чтобы быстро почистить зубы, где-то в путешествии, внутри этих режимов там выбрать время и интенсивность чистки. И все, это максимально просто и максимально быстро вы сможете это сделать с помощью этой щетки. Так, ну вот уже несколько дней здесь, в Шанхае, в отеле, я чищу зубы этой щеткой. И знаете, какой вот такой основной вывод я сделал? Мне очень нравятся именно звуковые щетки, оказывается. У меня было довольно много опыта с электрическими щетками разных технологий, но вот, как выясняется сейчас, мне реально очень приятно чистить зубы именно звуковой щеткой, потому что нет какого-то излишнего воздействия, вот впечатления, которое возникает от ультразвуковой щетки. Или если такая механическая щетка, там вот эти вращения, ну, там тоже не такие ощущения. А здесь, ну, вот реально, по крайней мере, теперь это мой фаворит. Ну, на какое-то время или, в общем, навсегда, не знаю. Вот, и смотрите, здесь у этой щетки еще есть мобильное приложение, да? Мы об этом говорили, и
я скажу так, для меня это немного поиграться и дальше уже вот просто чистить щеткой. Вот здесь есть 4 режима интегрированных, я о них говорил уже. И вот их использовать, там менять, если нужно, и чистить. Но кому-то зайдет мобильное приложение, потому что оно интересное. Здесь вы можете отслеживать, как именно вы почистили зубы, то есть насколько хорошо вы это сделали в последний раз. Плюс статистика можно смотреть там по дням, по месяцам. То есть мобильное приложение вам покажет, вот как именно вы чистили зубы, где почистили, где не дочистили, да, вот эта вся история. Вот. Плюс еще, ну, мобильное приложение дает определенные рекомендации вот по итогам того, как вы почистили зубы. Это вот основной момент, который, наверное, нужно выделить. Кроме того, здесь есть еще много, ну, реально много довольно, дополнительных режимов чистки, да, если вот в самой щетке 4, то здесь вы можете выбрать еще несколько, ну, любой, собственно, из режимов, которые здесь есть, да, это и для брекетов, например, режим, или там отбеливание для новичков, например, да, тоже такое есть, вот здесь есть аннотация каждому режиму, чистка десен и так далее, стандартная чистка, вот, нежная чистка, ну, в общем, много, реально, плюс, конечно, есть еще настройки индивидуальные, можете создать, по сути, такой свой алгоритм, свою программу чистки, да, и, ну, использовать, да, плюс здесь есть информация про состояние головки щетки, да, ну, то есть, когда нужно будет ее сменить, вам эта рекомендация будет выдана. Это важно, кстати, важно пользоваться такой не совсем увядшей насадкой для зубов. Это важно, ну, и в принципе, для технологии чистки и с точки зрения гигиены. Вот. Ну и, конечно, информация про щетку, там уровень заряда, подключение. И кроме того, для того, чтобы щетка вам изначально еще выдала рекомендации по чистке, там, по тому режиму, который, возможно, для вас подойдет, здесь вы можете ввести, ну, такую основную информацию о состоянии своих зубов. Это все в мобильном приложении зафиксируется, обработается информация, и вот вы получите рекомендацию. Это такая своего рода игра получается, но игра полезная для здоровья зубов. Мы снимали сегодня весь день, подустали, сейчас собираюсь в душ и возьму с собой щетку, потому что никаких проблем. Под душем можно ее использовать, вообще в воде не тонет, что называется, потому что нормальная влагозащита, для этого все предусмотрено. И еще момент, в щетке установлен современный миниатюрный такой прокачанный мотор Maglev, который обеспечивает до 84 тысяч колебаний вот этой вот насадки, да, щетки. И вот ты такой чистишь зубы и понимаешь, там 84 тысячи колебаний. И ты понимаешь, что ты хочешь себе эту зубную щетку. Итак, вы все видели сами. Я чистил зубы умной щеткой Oclean X-Pro Elite 2 раза в день на протяжении всей нашей поездки. И вы помните... Помните, да, что мы взяли ее полностью заряженной. Она пролетела несколько тысяч километров, вернулась обратно, без проблем отработала в поездке. И вот оставшийся уровень заряда. Ну, то есть даже в длительный отпуск можно брать щетку, но не брать зарядку. Мне понравилось, что можно, ну, так, играть с режимами чистки зубов. Можно разные выбирать из преднастроенных, можно свой создать. В принципе, конечно, в итоге останавливаешься на каком-то одном. Мне так, по ощущениям, больше всего понравился режим стандартная чистка спа. Это чистка, отбеливание и массаж, ну, с умеренной силой. Но можно выбирать, и выбор сценариев хороший. Сама чистка приятная, ощутимая, но без перебора. И главное, после чистки... Ну, такое очень клевое ощущение реальной чистоты во рту. Вот именно то, что надо. Я обратил на это внимание, и это мне, что называется, зашло. Приложение отслеживает каждую чистку и дает рекомендации, что улучшить, если нужно улучшить, конечно. Состояние чистящей головки можно также отслеживать, и приложение подскажет, что нужно поменять ее. Ну, если вы сами не поймете этого по внешнему виду щетины. Щетинки тут, кстати, DuPont Diamond прокачивает, чтобы эмаль не повреждать и десны. Щетка не занимает много места, мне норм с ней было вот в поездке. Не хватило только в комплекте какого-то вот защитного чехла на саму щетину. Это и для стационарного использования, кстати, дома пригодилось бы, ну, не говоря уже о поездках. Впрочем, для тех, кому это важно, есть выход. Можно доплатить и купить премиум сет. Это наборы щетки и целых 7 насадок в комплекте.
И вот тут есть еще кейс специальный, который, ну, удобно брать с собой в поездки или просто хранить в нем щетку. В целом же я обеими руками, всеми зубами за эту щетку. Тостер рекомендует Oclinex Pro Elite умную электрическую зубную щетку. Ну реально, за ту стоимость, которую вы сейчас видите на экране, она актуальна на момент публикации видео, это очень здорово. Топ, как говорится. Это тостер, мы не делаем из домашней техники сенсацию, мы просто рассказываем и показываем, как она реально работает. Подписывайтесь на канал, делитесь видео со всеми заинтересованными в теме, заходите еще на тостер.ру, есть мы в ВК, в Телеграме, на Яндекс.Дзене. Там не только наши видео, но и много другого интересного о доме и быте от нашей команды. До новых обзоров и тестов. Пока!